Друзья, приветствую каждого из вас. Для меня такая честь и большое благословение обратиться к вам с этим поздравлением, с Рождеством и наступающим Новым годом каждого из вас. Бог да благословит ваши дома и ваши семьи. Мы видим это такое потрясающее, важнейшее событие в истории. Мы видим даже летоисчисление, оно до Рождества и после Рождества. На самом деле нельзя переоценить вообще влияние того, что Христос сделал и совершил вообще для каждого из нас, для этой земли. Мы видим в Евангелии от Луки во второй главе, что ангел, он повествует, что это благая весть, радостная весть. Мы видим также в Евангелии от Матфея, мы видим это благословение. Господь обещает и говорит: «Сын дан нам, владычество на раменах Его». Пусть Бог благословит ваши дома, ваши семьи. Он даровал надежду, Он дает нам все необходимое. Да так важно для каждого из нас, чтобы мы смотрели на Него, чтобы мы славили Его, чтобы наши сердца не были полны ожидания. Поэтому Господь да благословит каждого из вас. Я хочу также прочитать вам слово, то, что Бог показал мне, то, что Он дал мне. Это 1 Царств, 2 глава и 2 часть 30 стиха. И Господь говорит: «Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Я хочу обратиться, друзья, помните весь следующий год, помните всю вашу жизнь, что Бог достоин славы в любых ситуациях, в любых обстоятельствах, чтобы мы славили Его, прославляли Его, а Он дает обещание, что Он прославит прославляющих Его. Господь да благословит каждого. Помните, Рождество – это величайшее событие, с которым Господь пришел в жизнь каждого из нас, с которым Господь пришел на эту землю. И Он хочет продолжать совершать Его чудеса в ваших домах и в ваших семьях. И пусть Господь да благословит каждый дом, каждую семью. Я хочу помолиться. Господи, я прошу Тебя, просто наполни Твоим миром, наполни Твоей благостью каждый дом и каждую семью. Соверши, Боже, то, что Ты хочешь, то, что Ты желаешь. И пусть наши сердца, они будут всегда славить Тебя во всякое время. Во имя Иисуса Христа. Аминь.